Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Швецию в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы случайно наткнулись на это видео и смотрите партию не сначала, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка есть в описании к этому видео, либо, по идее, ссылочка появляется в верхнем правом углу. Также напоминаю, что спонсоры канала видят все серии сразу во вкладке сообщества. Всем остальным приятного продолжения просмотра. Кампус мне пока не нужен. Хотя, конечно, вот сюда бы кампус. О, кого встретил? О, все, ускорили политическую философию, отлично. Кого это я встретил? Мехико. Ты сам, точнее, это Мехико меня встретил. Приплыл ко мне из далеких краев. Видите, и производство дополнительное, и вера. Я считаю, очень хороший пансион. Ну, это еще у меня тут три ресурса просто было, поэтому неплохо зашло. Чудо света построить. Вызвать для инженерного дела. Но Мехико я не первым встретил, опять же, да? Вообще ни одну ГГшку первым не встретил. Инженерное дело у нас древние стены построить. Ну, можно. Почему нет? Ну, в принципе, вот тут вот у меня есть куда территория заселять. Вот тут надо как-то два города вместить в этом месте. И потом сюда как-то заселяться. Тоже рядом с чудом можно будет поставить. Так, стоп. Караванчик надо купить. Из Хельсингборга, потому что тут еды практически нет. Ну, вообще, тут надо бы амбар построить. Медь я тут, наверное, не буду вырубать пока. Но тут зато священное место. О, блин. Наводнение как сурово. Так, надо, наверное, к лагерю уже выдвигаться. Так, олигархию. Содержание юнитов. Давайте плюс 5 против варваров берем. Тут поселенцев. И, может, блин, строителей поставить. В других городах я буду просто строителей строить. И плюс 2 влияния. То есть в Хельсинбурге... Мы следующим строителя поставим. Может, в Эребру лучше, потому что там сейчас район будет. Так, ускорили деньги. Еще одна античность. Олигархию приняли. Блин, а паводки, конечно, вообще трындец. Ну, мы на четверке играем, в принципе, конечно. Это у меня с этим будут проблемы. Тут я сейчас сначала починю все, потом пойду железо обрабатывать. Время плантаций. Потом надо янтарь. А, все уже закончился. Воу-воу-воу, какие опасные вещи. Что там, что там? Поселки бегают. Без прикрытия, ворожки. Конечно. Конечно, без прикрытия. Ай. Сегодня не с такими, не с таким компьютером я могу с тобой это делать. Это? Ты его хотя бы поставил не на то место, на которое я хотел, Кагыр. Да, надо будет сюда ставить города. Здесь надо будет маяк сначала еще построить. Не, вот Эребру мне нравится город. Так, давайте решать, где мы будем здесь города ставить. Включаем линзу поселенца.
Ну, видимо, сюда и придется к вулкану. Тут как-то особо без вариантов. Потому что на скот. Хотя, на скот. Если я здесь на скот, тогда сюда можно город поставить. А какая разница? Сюда или сюда вопрос. Ну просто город прям рядом с вулканом, это, конечно, не очень, он будет извергаться. Кстати, прикольный мод на торговые пути. Так, там... Ну, куда ты вышел, блин? Нет, только поленки не захватывай. Блин. Сейчас моему дуболому может быть хана. Наверное, все-таки тогда сюда на скот надо ставить, а второй, следующий город туда куда-то. Так, военную традицию открыли. А зачем? Прямо скажем, зря. Хотя дает бонус при атаке с флангов, с другой стороны. У меня сейчас нету никого при атаке с флангов. Давайте пока игры и развлечения пойдем. Что с наукой? Ну вот кампус, да, вот здесь плюс 3 на овцах. Давайте, может, поставим меточки. Здесь кампус плюс 3. Вот здесь кампус плюс 3. И вот здесь, кстати, тут две клетки вообще. А я еще не открыл кампусы. Надо, кстати, уже в деньги идти. О, слава богу, могу забрать лагерь. Отлично. И убиваем. Прокачиваем лучников. Стрельбу из лука тоже откроем. Так, что нам еще ускорить? Стены надо построить, мельницу. Привет, Кагырка. Ты где его уже нашел? Гавань маяк. Справа. Давайте потом. Ты же вроде строители. Туда еще не можешь ходить, или уже можешь? Я все могу. Но я по земле нашел, дошел до него. А, вижу тебя, вижу, да. Так, прачники. Ну, скорее всего, он убьет меня, этого дуболома. Ну, что поделать, как говорится. Так, все, тут Харе лечится. Пошли дальше исследовать территорию. Ага, вон венгр. Лёша, ты решил не играть в Альберу? Что решил? Ты не решил играть в Альберу в этот раз? Ну... Я тебе не скажу. Я смотрю, ты решил? Ну тут мне хватит вот на все. На любые... Извращения. Да, любые извращения под... Так, все, ребята, там, короче, надо, чтобы кто-то еще религию основал, потому что у венгра тут норм так. А, венгр есть. Венгр есть. О, сорян, да. Ну нет, это в отместку за твою слиту. Да. Ты знаешь, вот то, что ты слил, я так и не услышал. А вот сейчас я отчетливо все слышу.
А что-то у меня микрофон лучше, ей. Сорян, да. Что-то я... Короче, надо, чтобы кто-то еще религию основывал, иначе... Супергерл может тут... Так, Венгр, давай-ка мы дружбу заключим, а то мне тут скаут у моих границ очень не нравится. Давай. Принимай. А ты можешь мне дать еще 6 голды сверху? Нет. Ну ладно. Ну что это за вымогательство было? А вдруг? Вдруг, да, пройдет. Ой, что-то я заговорился и... Так, давайте тут амбар. Ну, это хоть какое-то жилье дополнительное. И вообще, нам бы тут в акведук. Акведук — это инженерное дело, это древние стены. Я понял. Тут нам, мы поселенцев все строим. Древние стены. У нас... Запланированы только. Так, может купить эту клетку с нефритом? Я бы купил. В принципе, это еще производство. Почему нет? Тут вообще, кстати, на производство надо переключаться. Ой. Так. Не особо что переключилось, кстати. Все те же клетки остались. Тут на производство переключено. Ну, я бы, если бы мне не требовалось Золотой век выйти, я бы так с Хельсинборгом бы не спешил. Но... О! Вот это... Блин, не очень. Надо сейчас сюда дойти до железа и... сделать... лучника. Так. Там маячок. Пойдемте-ка мы янтарь и жемчуг обрабатывать. Так, я хотел посмотреть кампус, что один. И тут плюс 3, и тут плюс 3. То есть, в принципе... Ну, я бы сюда ставил, в этом городе. Это может для другого города еще оставить. Кампус. Я бы здесь после, собственно, амбара уже кампус ставил. О, мистер Ди, прикольно. Да. Ну, тебе... Тебе надо религию. Я ее обосную скоро. Обоснуешь? Ну да. Типа... Объяснишь, почему тебе религия нужна? Именно так. Именно. Обрабатывать камень или вырубать? Вот в чем вопрос. А зачем у меня этот город выкупает клетки... Чудо, блин. Если они вообще ничего не дают. Так. Ну, мне нет смысла камень обрабатывать, потому что у меня уже ускорено все в этом плане. Ладно.
Пойду в другие города тогда рабочим. Я сейчас за веру куплю... Так, это у нас куда идет? Сюда. За веру куплю торговца, когда вот маяк завершится. О, почему я могу атаковать? Тут равнина. Я думал холм. Так, слушайте, а рабочего я сейчас у варваров отбил. Чьего? В каком месте? А, ниже поленки. Это поленковский. Ясно. Отлично. У него зарядов один остался, правда. Супер док. Мы будем продолжать дружбу? Или как? Ну, тогда этого давайте на жемчуг. Я думаю, пока можно продолжить. Окей. А как ты его назвал? Супер док. Давайте просто ко всем никам приставку Супер Люкс. Супер Мистер Ди. Супер Кагыр. Кстати, бразилец, давай тоже дружить, наверное. Бразилия? Да ё-моё! Не, ну бразильцев вы, наверное, уже встретили все. Да, бразильцев уже должны были встретить. Я не встретил. А, он только одного, блин. Так, этот сюда ведем. Блин, вот этот прачник не очень. Давайте под защиту поленки как-то попробуем встать, что ли. Акад. Но я только не знаю, какой у Люкса и у Супердога цивилизации. Интересные хоть? Ну, такие воинственные, как по мне. Давайте лошадей. А может, хотя может колосс... Ну, блин, пока я там поселенцев строю. Карты, кстати, как буква... S, как доллар. А я думал, как G. Очень странная. Ну, нет. Как жопа. Ну, можно и так. Ну, вот все надо куда-то везти города, конечно, ставить еще. Что тут горы? Ну, тут какой-нибудь... По остаточному принципу какой-нибудь город поставить. Ну, в принципе, я не думаю, что венгер прям будет на меня как-то нападать здесь, потому что, ну, так себе территория для нападения. Городов-государств рядом нету. Нет, ну почему? Так, сейчас мы тут... Короче, хана этому... Справишься с лоя... А, все, вижу, справился. Этому скауту хана. Вестерос. Так, фанаты Игры престолов лайки ставят. Я надеюсь. Так, тут у нас караван еще прошлым ходом, между прочим, появился. Я его не купил. Ну, мы еще в Вестеросе купим, кстати. Норм. Так, и эту клетку для Эребру, наверное, все-таки. Заберем. Так, отличненько. Блин, ну что делать с этим? Неужели никак не спасти?
кампус. Тут кампус. Но... А, денег нету теперь, блин. Так, ладно, тогда пока строители. Ну, я даже если в защиту стану, даже если предположить, что по ленке, хотя у меня только один лучник, убьет этого... Тут денег тоже нету. Убьет этого пращика, потому что города-государства раньше ходят, чем скауты. Нет, они... Все, хана. Атака, захват. Блин, как меня скауты... Ну, вот этот пращник просто подстава какая-то, как он тут оказался, фиг знает. Жаль, хороший был скаут. Жирненький. Вкусненький. Так, ну мне надо копить деньги на эту клетку, чтобы выкупить. Так, вот тут, кстати, блин, надо сюда город будет вести сейчас. Еще ставить. У меня наука пока благодаря вот этому чуду. Угу. Так, из Вестероса на еду. Ну, в Эребру пока отправлю. Ой, блин, а чё я тут опять сплю? Ё-моё! Ну, с другой стороны, мне деньги на выкуп клеток нужны. В общем, все везде нужно. Денег нет, но вы держитесь. Тут нужна клетка. Ну, этот вот Хельсинборг, он такие тупые клетки забирает. Это просто нет слов. С ракет. Не знаю, сколько тут стоять за этим жемчугом. Наверное, не стоит стоять, а стоит идти клетки обрабатывать в городах. Так, вот тут вырубим лес и шахту поставлю. Кампус нет. Правительственная площадь. Ну вот тут в центре, кстати, правительственную площадь можно поставить. Нет, давайте обработку железа, потом судостроение. Водяную мельницу здесь. Там она мне для чего? Для строительства. Тут древние стены, вот после этого поселенца я сейчас буду древние стены строить. Так, этот город мы ведем ставить вот сюда.
Торгую янтарем. Так, а мне не с кем торговать, понятно. Венгар, у тебя там благовония и трюфеля. Там не с кем. Когда-нибудь обработаются вторые? Не в ближайшее время. Но благовоний в принципе вторых я не вижу. Трюфелей тоже. Ясно. Вы хотите сказать, что у нас одинаковые ресурсы во всех? Если ты на одном континенте со мной, мы на одном континенте с игроком, тогда... Слушай, я вижу расположение трех наций, и мы все... четырех наций, включая себя, и мы все на одном континенте. Если еще вы двое на нашем континенте, то это очень странная карта. Ну... Это континент Евроамерика? Или, например... Да, это континент Евроамерика. Точнее, Евроамерика. Ну, у нас вообще-то с Фенгром справа от нас есть еще другой континент. Мы как бы на краю... Я нашел три континента, но большинство на Евроамерике. Как не хватает Америки здесь, да? А, нету Америки, ага. Понятно. Нет-то нету. А вот что есть, это вопрос. А еще и Мехико хотел. Так, инженерное дело ускорено. Собственно, надо его... Давайте я его буду открывать. У меня акведук тут как-то важнее. И надо вообще думать, где акведуки еще поставить. О, она обратно вернулась в лагерь. Слушай, Венгар, а в Будде, вот рядом с вулканом, почему у тебя на клетке вера идет? Ты взял пантеон на престиж, там престиж какой-то высокий? Нет, я взял на вулканическую почву и геотерм. А, да, слушай, тут у тебя да. Впервые, кстати, вижу, когда этот пантеон хорошо работает, действительно. Особенно с стихийными бедствиями 4. Там у меня раз вулкан, два вулкана. Слушайте, я хочу тут еще одного поселенца. Где-то еще, наверное. Давайте строителя все-таки уберем. Надо как немножко развить город. Раз, два, три, четыре, пять. Шестой идет. Не, надо еще хотя бы один город где-то тут ставить. Апать до лучника еще, или пускай стоит лечится, ладно. Так, уберем здесь крабов. Вырубим. Наверное, все-таки надо еще одного поселенца пока. Блин, что делать с правительственной площадью? Не могу сообразить. А мне ее надо за Швецию ставить. Не могу пока сообразить, где. Просто я центр коммерции не понимаю тогда, где ставить, пока нету правительственной площади для этих городов. Вот в чем дело. Я торможу сейчас с этими, с районами на самом деле.
Висячие сады. Люкса, ты не считаешь этот город слишком агрессивным? Ты вот сейчас поселенца ведешь. Я думаю, что у тебя направо, в сторону ГГшки и Кагырки, достаточно много места. Ты там можешь заселиться прям по полной программе. А у меня сверху уже мистер Ди. Поэтому я думаю, тут спокойно можно расселиться. У тебя пустыня сейчас... еще есть, хорошая пустыня. Пустыня там была бы хорошая, если бы там было что-то, а там просто пустыня. Нет, там Петра в помощь. Пустыня, я думаю. Не-не, там даже холмов нет, там один холм на всё. Ну а чем тебе холм нравится? Хороший холм, я думаю... Слушай, ну у тебя куча места для расселения. Нет, у меня нет места. В смысле нет у тебя места? Я не хочу печалить жителей Мехико и Иерусалима просто. Так не надо их выносить, ты можешь рядом как с ними... Я говорю печалить, но представь, если у тебя под боком кто-то будет жить, тебе будет от этого приятно? Весьма странная логика. У тебя под боком я живу. А вы что, надо, не... Надо, чтобы мне было приятно. Люкс, ты в частном доме живешь? Практически. Он в Сталинке живет, в коммуналке. А мной выживает. Нет, я просто вижу карту за супер догом. бездомным догом, и как бы там все хорошо расселяется. Теперь мне непонятно, он про кого говорит, про меня или про дога? Про дога. Ладно, вырублю камень. Просто Люкс, как-то я тебе слишком много уступок уже делаю, знаешь? Лагерь. Каких уступок? Лагерь я тебе деньги отдал, так что не мало. Надо. А как тебе ситуация, в которой ты до сих пор еще на карте существуешь, это моя уступка. Потому что я со своей нацией мог тебя вынести уже. То есть такое, да? Так, ты так, да? Ну, вот, ты не хочешь по-хорошему? Почему я должен по-хорошему с тобой быть? Так я в смысле не хочу по-хорошему, я тебе отдал вот лагерь. Так, давайте решать, где правительственную площадь ставить, проблем. Потому я что... Это что-то затягивается. Если я здесь ставлю, то у меня вот одна клетка недоступна будет, так? А сейчас ты пытаешься... Вот сюда надо ставить, похоже. Но, к сожалению, вот этот холм придется потом... Ну, нормально. Нормально, сюда давайте. С редкими ресурсами, с рудниками, я вижу там. Там куча холмов справа от тебя. Там и хорошие города на побережье с жемчугом. Так, если я тут ставлю, значит, коммерческий район от Линчопинга надо здесь ставить. В Вестеросе здесь. В очередь. Так, поотправляли мы тут все. Просто ты понимаешь, я с тобой по-доброму разрешаю. Давайте из Стокгольма в Иерусалим. Вернее, угрожаешь мне, так сказать. Этим. Мы с тобой дружим спокойно, я расселяюсь на своей половине. У тебя есть своя половина, но ты почему-то не хочешь селиться туда, а хочешь селиться под мои города. Ну это очень странно. Я тебе так объясняю, почему. Ну, это плохое объяснение для ПВП. Конечно, стоило бы Магнуса уже пересаживать, но. Нету. Я пока тут поселенцев строю. Так, надо жемчуг все-таки обработать. Куда к этим деньги появились? Слушай, Венгр, наверное, нам надо открытые границы. Или мы не будем в будущем союзиться? Мистицизм зря открываю. А, будем союзиться. Ну, в общем, будем я тебе кинул открытые границы. Честно говоря, я не против, чтобы ты там ходил, но сейчас там проходы просто в одну клетку, и мне будет очень сложно с тобой там разминуть, как бы, без проблем. Ну, я тогда я вверх пойду. Я хотел вниз идти этим хорошо. Скаутом. Что там у тебя, Катя, за религия? Храмы и святилища, ну, мне она, конечно... Ну, ты все равно, наверное, разнесешь ее, правильно? Хочу я этого или нет?
Не, у венгры классные места, вообще ничего не скажу. Так, апну лучника все-таки следующим ходом. Кстати, а в этом городе у меня где-нибудь кампус на плюс 3 будет? Вот здесь будет. Тут надо вырубать. Так, знаете что? Давайте я Лян назначу в Вестерос. А Пингалу в Эребру. А Чудо считается районом? Нет. Чудо — это чудо, район — это район. Так, ну, наверное, раз у меня есть одна библиотека, можно в Поленке отправить два посла. Пускай капает наука. Зал для приемов. И театралочку давайте. Какое-нибудь вот чудо мне бы... Ага, нет, подождите. Если я здесь театралку поставлю, смогу ли я где-то чудо здесь? Смогу, вот здесь, большой бассейн. Хорошо. Может, мне сначала большой бассейн? Ну, ладно, пока там все равно трон строится. Так, здесь мы шахты построим. Здесь мы все вырубим. Двенадцать монет, видите, в Иерусалим. Это потому что прибрежные города. Так, ладно, пора уже идти с лагерем. Леша, можешь одолжить голды на пару ходов? Ну, если ты не заметил, у меня сейчас 7 монет. А, ну только что было... Ну, 30. Только что было, когда ты начал говорить, стало 7. Ладно. Так, акведук. О, вот сюда. Отличненькое. Мистицизм. В госслужбу пошли. Что-нибудь будем менять? Оставим на поселенцев пока? Или достаточно? Наверное, достаточно будет. Поэтому давайте просто на производство поставим. И здесь содержание юнитов. Блин, два хода. Я думал, останется один. Давайте ученичество. Всячие сады. Так, ну тут надо тоже вырубать. Все вокруг правительственной площади вырубаем. Куда мы, кстати, этого поселенца поведем последнего? Вопрос. Так, у меня веры накопилось. Ну, караванов... Ладно, подождем Лян, когда сядет.
Похоже, я в темный век буду выходить. Где-то у нас варвары. Вон. Это я на автомат поставил скаута бегать, да? Так, ну мне надо как-то уже в культуру пытаться, что ли. Театралочки. Вот это вот все. То пока как-то я не особо в культуре. Ну, у меня, конечно, даже меньше культуры, чем у других людей. Нормально, нормально. Хотя, интересно, что ни у кого театралки не построены. Это у норвежца 40 культуры само по себе. Блин, откуда он столько? Он так, наверное, только если культурные ГГшки какие-то находил. Осушили болото. Так, здесь вырубаем. И здесь вырубаем. Блин, а мне этот лагерь... Может, не стоит забирать? Я бы, наверное, в темный лучше вышел. Потому что я уже в золотую точно не успею. Так, ну куда поведем город? Сюда ставить. Да, наверное, не буду лагерь забирать. Мгновенно предоставляет квадрирему и плюс 20% к производству юнитов типа повышения дальний морской бой. Ну, кстати, почему бы и не использовать сразу, собственно. Мог бы не получить квадрирем, тем более мы все равно во внутреннем море, как сельди в бочке, плаваем. Так, надо, видимо, Магнуса пересаживать, а Пенгалу в Стокгольм. Где я что хочу вырубать? Наверное, нет, Вестеросе у нас Лян будет сидеть. В Юнчепинг, похоже, Магнуса. И Пенгалу в Стокгольм. Зал для приемов. Давайте. А, блин, построили это чудо, которое я хотел быстро здесь построить. Нет. Оракул мне уже не подходит. Фарусский маяк тоже. О, мавзолей в Геликарнасе, да. Да, это надо строить. Это очень хорошее чудо, кстати. Так, это куда вырубается? Да, в этот город, хорошо. 9 ходов. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!